Кандидаты в депутаты от партии «АОЛ» продолжают агитационную кампанию в Жамбылской области. Сегодня партийцы побывали на заводе по производству полиэтиленовых и полипропиленовых изделий. Здесь в три смены работают больше 100 сотрудников. Их средняя зарплата около 150 тысяч тенге. Кандидаты на встрече с работниками рассказали об основных направлениях своей предвыборной программы и о планах на весь агитационный период. Сотрудники предприятия смогли задать партийцам интересующие их вопросы. Большинство из них касались трудового законодательства страны, в частности, прав работников и оплаты их труда, развития сельского хозяйства и в целом отечественного производства и импортозамещения. Следующую встречу партийцы проведут с избирателями в Алматы. У нас практически все товары импортные, поэтому в первую очередь речь идет, конечно, об импортозамещении. Но где-то процентов 5 мы экспортируем. У нас тепличная пленка мы отправляем в Узбекистан, мульчирующую пленку, шпагат у нас с Кыргызстана берут. В Беларуси вот мешки отправили.